Человек с никнеймом Мычупил Третий. Спасибо большое за донат. Текст доната. Молодой начинающий исполнитель в жанре электронной музыки мечтает занять место Little Big. С адекватной критикой и советами ПЖ на запись. Спасибо большое за донат. Блядь, чепуршило, блядь. Это точно та ссылка, блядь. Блядь. Раскумарься, бля, в 23-м, блядь. Пиздец вообще просто. Че это за хуйта? Сначала взял мощно, напердел прям в микрофон себе телефона. Модератору ТикТока яйцами стучат в кадык. Модератору ТикТока яйцами стучат в вишник. Модератору ТикТока яйцами стучат в кадык. Модератору ТикТока яйцами стучат. Гораздо хуже, чем, например, у Little Big звучит вокал. То есть у Little Big очень in-your-face-овый вокал с кучей даблов и так далее. То есть любой трек врубить, и когда голос Прусикина идет, он идет двумя, тремя, не знаю, блядь, четырьмя, пятью дорожками, одно и то же, очень, ну типа влево-вправо, и так очень плотно при этом, с каким-то с хрипом низом в октаву и так далее. Ты смотри, вот как оно звучит. То есть оно прям поверх микса даже немного. И пиздец при этом качающий биток. Видишь, а это прям насколько хуже. Это, ну это просто же слышно сразу. То есть просто микс здесь звучит как плоская такая хрень, в которой... Ну, она как без пространства, нет ощущения такого хорошего, вкусного, правильно отрегулированного реверба. Нет ощущения типа вот это вот, чтобы качало тебя. То есть оно и не качает, и не плотно вокал звучит из-за того, что... Сама идея — это норм, но просто тут весь прикол в том, как сведено. По сути. Модератору ТикТока чуть не дали свистюлей. Половья бежит, поляшка пузырится из ноздрей. Модератору ТикТока чуть не дали. Ну и просто тоже, то, что такое. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Ну, частушечная вот эта вот, короче, структура скучноватая тоже очень. Алло! Алло! Какой прапорщик? Ну, кринги, реально, блин. Вот хочется вырубать. Типа, Little Big тоже кринги, но... Просто вот это сайдчейны, хуйчейны, там, звуки. Паузы, переходы, то есть они прям это заебись сделали. То есть музыка, весь смысл в том, чтобы... Весь смысл которой в том, чтобы качать, не качает, а только как, ну... Типа формально похоже на что-то такое, но не качает вообще. Ну, такая вот критика, хз. Это, наверное, рофл, но... Ну, так, типа... Я не знаю, там кто-то хихикает, не хихикает, но как бы мне сказали сравни, типа, скажи, критику сделай. Ну, то есть, вот какие у меня данные были, и все. То я и сказал. Что там на самом деле, я хз. Ну, это по качеству не лучше. И даже не так же. Ну, возможно, это просто какой-то прикол, который я не понимаю. Ну, вот так, хз.